В рамках фестиваля состоятся не только показы отечественных и зарубежных фильмов, но и пройдут различные мастер-классы, панельные дискуссии, питчинг-сессии новых кинопроектов. По словам представителей отечественных кинопроизводителей, фестиваль станет хорошей площадкой для обмена опытом. Фестиваль призван объединить усилия кинематографистов стран Центральной Азии, а также предоставляет возможность продемонстрировать их работы дистрибьюторам всего мира. Также ожидается подписание документов об укреплении и развитии взаимоотношений с нашими зарубежными коллегами, так как общение на таких площадках, безусловно, должно давать свои результаты. На торжественной церемонии открытия зрителям показан промо-ролик кинофестиваля и видео об истории Каракыргызской автономной области. Со вторым Бишкекским международным кинофестивалем представители киноиндустрии и любители кино поздравили заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, особо подчеркнув, что кино – это искусство, которое отражает мир во всех его проявлениях. Каракыргыз автономной областью негизделишни 100-жылдыгына арнап уюштурулган фестиваль. Искренне надеюсь, что фестиваль, посвященный столетию Каракыргызской автономной области, займет свое место в истории нашего кино как очень важный культурный праздник и повысит осведомленность об истории, культуре и человеческих ценностях нашего государства. Выражаю надежду, что фестиваль станет традиционным, ведь такого рода мероприятия помогают развить киноиндустрию. В рамках фестиваля состоятся конкурсы международные и центральноазиатские. Будут соревноваться около 10 кинокартин. На сегодняшний день уже определены члены жюри. Второй международный кинофестиваль приурочен столетию образования Каракыргызской автономной области. Айзерек Ахматова, Рыскельды Кукульбеков, Алату 24.